Всем привет! Собрались в огород на дальний. Ну-ка, Арчи, минуточку. За землей съездим. Малинку, ой, клубнику пересадить надо. А там земля хорошая у нас в том огороде. Вот. Ой. Земля хорошая, ну посадим там. Ой, не посадим, эту землю возьмем. Так, ну и что тут, давай это все в гараж. А, или на передней сидишь? На передней? Тоже тебе. Что за камешки? Да это. Где я иду? Повесь, поместишь. Клипать. Ну, а это потом уберем, да? На ту сторону. Двигай. Все? Так, Арчи, ну-ка давай. Приехали, давай. Здесь какой-то ручей. Да? Ой, папка пошел. Сюда нельзя. Нельзя. Пошли.
эти окна себя снимали. Идем так вот. С этой крыши мы прыгали зонтиком. На крышу залезем и зонтиком бац вниз. Когда мы маленькие были. Ой-ой-ой-ой. Болото что-то здесь. Что-то здесь. Сейчас мы... Авче, подожди. А здесь мы. А земля сырая, да? Конечно. Проваливаемся. Смотри, как сырая. Все даже ровновато здесь. Ну, Арчи, иди. Походи. Походи. Давай. Мама. Поставить. Да. Арчи, иди, Арчи. Не захотел дома сидеть один. Мама, возьми меня с собой. Да, Арчи? А что, далеко не ходи. Так, Арчи, ну-ка иди сюда. Не ходи туда. Кто тебе туда разрешал ходить далеко? Нельзя далеко ходить. Мы здесь пойдем походим. Далеко не ходи, здесь будь. Андрюш, вон видишь, здесь забор надо наладить. Надо было молоток взять с собой. В следующий раз доску Андрею надо. Слышишь? Надо что-то на подпереть ее. Здесь я тоже. Подпереть. Ну, плава.
Корова ходит, Арчи здесь, да? Папа у нас землю берет. А мы здесь ходим. Здесь колхозный конюшня здесь была. Напротив дома здесь конюшня была. Вот до Тудова, до Тудова конюшня. Кони были. Коровы. Ага. А потом сделали теплицы. Теплицы потом снесли, стали теплицы здесь вроде бы. Калузику вроде бы садили, вот эти поля. А коровник уже снесли. Ага. Вот здесь колхозный был коровник когда-то. Ну, помню, в этих конюшнях и сено хранили. Туда заглянешь, сено, там столько много тюков сена. Как-то так. Арчи, нельзя. Как хорошо ему, да, гуляется Арчи. Ой, мама с собой его взяла. Он так просился, мама, возьми меня с собой. Ну, тебя проверить надо от клещей. Ну. Уже жарко. Это что такое? Кашель напал. Коровы му-му. Арчи. Коровы му-му. Что ты все здесь сижу ищешься? Что ты там нашел? Мамино чудо. Ну, Арчи. Папа у нас работает, а мы бездельничаем. Мы здесь шарахаемся. Да? Это что это такое здесь? А? Что это? Не понять. Что уже растение. Ой! О, прилепило этот лепейник. Ача! Выходи сюда! Иди сюда, быстро! Нельзя! Я тебе дам, блин. Видишь, мама, вон, блин, вся из-за тебя в липучках. Все, валим отсюда вас. Ну-ка иди сюда. Блин, все, я за тебя в липучках. Ты если не смог, не будешь так делать, будешь дома сидеть. И мама тебя брать больше не будет. Понятно? Я вся в репейнике из-за тебя. Тоже мне. Пёс прям проваливаешься. Здесь. Все. Ну-ка. Сиди. Из-за тебя вся в репейниках. Марка, забирай гнездо. Чего? Туда! Кого забирай? Ведерочка, лопатку. Лопату? Ведерочка. Сейчас. Арчи, подожди, я тебя попищу в мешок. Ну-ка, стой. Сейчас пойдем.
За тебя я вся в репейнике. Все, нигде не прихватила. Все. Папа сказал забрать вот эту и тебя. Иди сюда. На руки. Все, пошли. Пойдем. Ой, проваливаюсь я. Проваливаюсь. Ну, вот сюда. Сейчас сложим землю. Все. Давай, сиди. Телефончик. Сиди, сейчас поедем. С папой идет, несет. Все, иди. Папа говорит, иди ведро, говорит, забери с землей. А мы не пойдем. Тяжелая. Мы лучше в машине посидим. Сейчас домой приеду и буду это клубнику выкапывать. Он новую грядку нам построит. Мы посадим клубничку. Хочу посадить это. Ткань такая, как мукросил-то, черный. Вот. Постелю и порежу эти дырочки. И там клубнички посажу. Как-то так. Посмотрим. Значит, придумали так. А то в прошлом году столько это... Как его... Травы было, да? Ну, иди сюда. Спотел, да? Ну, скажи, спотел. Не слушался, да? Посол там вылез через забор, да? Ты хотел кому идти? Коровам хотел идти? Я корову тебя забудала бы, Арча. Забудала бы тебя корова. Мо-мо бы сделала. Приехали домой. Ну и чё? Не будешь заниматься. Чё, боковая? Ну? Ну боковая только, я говорю, там это заделаю и всё, а это дно-то нормальное. Да вот сюда куда-нибудь положи, не мешало бы тебе. Вот. Сейчас не вьет. Это вот эта малина, да? А вот это... Это один сорт. Это другой сорт. Ага. Ладно, сейчас мы займемся. Сейчас машину загоним. Загоним машину. А, Арчи, тебя ж домой надо. Ну-ка. Папа будет землю таскать. А ты можешь за калитку убежать. Мы тебе сейчас домой загоним. Скажи всем пока. До новых встреч. Всем пока.